Недавно мы рассказывали, что премиальную марку Infiniti вскоре ждет радикальное обновление, которое коснется и фирменного стиля, и оформления дилерских центров, и, конечно же, автомобилей. Через несколько лет Infiniti начнет переводить свой модельный ряд на электротягу, а ближайшей стратегически важной премьерой станет новая версия флагманской модели QX80. Впрочем, ждать этого события еще года полтора. Однако некоторые изменения в ассортименте марки происходят уже сегодня. Скажем, купеобразный кроссовер Infiniti QX55 появился в России меньше года назад. Внешность модели недвусмысленно отсылает нас к настоящей легенде марки Infiniti — кроссоверам FX. Они появились в продаже в далеком 2003 году и фактически стали прародителями класса купе-кроссоверов, которые сегодня есть в линейках самых разных брендов — от премиальных до бюджетных. Не будет преувеличением сказать, что Infiniti в свое время изменила автомобильный мир, и следы этих изменений мы ежедневно видим на дорогах. А сегодня продолжателем дела первопроходца FX заслуженно считается QX55. Модель совсем молодая, и время первого серьезного обновления еще не пришло. Однако японская компания нашла другой способ сделать QX55 привлекательнее. Как минимум для тех, кто присматривается к машинам в начальной комплектации. Во-первых, теперь все модификации кроссовера оснащены кожаными перфорированными сиденьями. А во-вторых, машины 2023 модельного года получат расширенный набор стандартного оснащения, в который войдут автоматически складывающиеся зеркала с подогревом, четырехпозиционная регулировка сидений в поясничной области, светодиодная подсветка ручек задних дверей. Кроме того, стандартным зарядным разъемом для пассажиров заднего ряда станет порт Type-C. Но самое главное, что теперь все комплектации Infiniti QX55 оснащаются целым комплексом систем помощи водителю, в числе которых такие важные и нужные вещи, как активный круиз-контроль и система активного удержания машины в полосе. С таким набором длительные поездки на большие расстояния станут существенно легче и приятнее. Всего же комплектаций будет три — Lux, Essential и Sensory. Техническая начинка также прежняя. Это необычный 2-литровый бензиновый турбомотор с изменяемой степенью сжатия и налоговыгодной мощностью в 249 лошадиных сил, который сочетается с бесступенчатым вариатором и системой полного привода. Напомним, что по итогам прошлого года модель QX55 успела войти в тройку самых продаваемых Infiniti на российском рынке.